28 мая в Каспийске состоялось возложение цветов к памятнику героям-пограничникам. На церемонии присутствовали глава города Борис Гонцов, заместитель председателя правительства республики Муслим Телякавов, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий республики Дагестан Нариман Казимагомедов, командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Александр Пешков, а также представители пограничного управления и ФСБ России по Дагестану. Погибших пограничников почтили минуты молчания. Далее подразделения береговой охраны и личного состава погрануправления прошли торжественным маршем. В мероприятии также были задействованы быстроходные пограничные сторожевые катера и корабли, которые стоят на дежурстве водных границ.